Арсений Мустафин без труда управляет роботом. С легкостью передвигая предметы, он зарабатывает баллы для своей команды. Третьеклассник ранее посещал кружок робототехники, и определенные навыки у него есть. Однако Арсений впервые видел машины с так называемым искусственным интеллектом. Раньше я ходил на кружок робототехники в другой школе. Там было тоже много роботов, и много раз я собирал из лего-роботов. Мы на программе про робота мы делали квесты с помощью роботов. Сейчас новые роботы, и мне они очень нравятся. Ну, я раньше в интернете видел, но не знал, как они там управляются. А сегодня попробовал? Да. Понравилось? Да. Уникальная для Нефтекамска машина с искусственным интеллектом есть только в студии робототехники полилингвальной школы. Закупили их на выигранные средства, представив свой проект на форуме Smart Tau и конкурсе Росмолодежь. Теперь педагоги учреждения выезжают в школы города и ближайших районов с мастер-классами. Мы привыкли, что студия робототехники, кружки робототехники предполагают сборку робота и программирование этого робота. Здорово, классно, но интересно, не интересно в том плане, что дети полностью сами программируют роботов. Здесь же мы предлагаем роботов, которых можно как собирать и программировать, так же можно с ними играть. У них есть искусственный интеллект, и эти роботы могут вести себя по-своему. То есть вести себя, допустим, как в качестве домашнего животного, питомца или какого-то друга. Как отметила педагог, в процессе преподавания робототехники они стараются использовать те знания, которые дети получают во время уроков. К примеру, учат машины с искусственным интеллектом петь и слушать музыку. Для тех, кому интересны технологии будущего, кружок робототехники работает в полилингвальной школе. Анастасия Тимирбаева, Ильгиз Миниханов. Время новостей.